мы летим в Пекин. Алсу, скажи, это правда, что сегодня твой первый полет? Да, это правда. Я на самом деле очень волнуюсь. Я наконец-то дождалась. Мои ожидания от Пекина. Я думаю, что мне там очень понравится. Я испытаю какие-то невероятные ощущения, потому что я давно никуда не летала, особенно в Азию, в южные страны. Думаю, будет очень весело. Мы тоже думаем, что будет очень весело. Okay, guys, how are you today? How are you? 你好吗? 你们叫什么名字? Пекин – очень модернизированный город с развитой инфраструктурой, которая совмещает в себе традиции и современность. В Пекине больше всего запомнился поход в Парк Мира. Это были неизгладимые впечатления. В общем, когда мы залезли все в катамаран, Лауш просила порулить. Это было очень забавно. Я сразу понял, что это не закончится успехом. Дима оказался настоящим джентльменом и дал порулить Лауше. Лауша рулила, и у нее упала шапка. Ну, джентльменом надо быть всегда. Дима, как бравый морской волк, нырнул за этой шляпкой вместе с телефоном и наушниками. В Пекине мне больше всего понравилась Великая Китайская Стена, несмотря на то, что забираться на нее очень трудно и стоит многого. Ощущения абсолютно непередаваемые, потому что когда ты забираешься на такую высоту, открываются очень-очень красивые виды. Здесь живут приветливые люди, доброжелательные, трудолюбивые. Это заметно с первых минут. Очень расстроен климатом, потому что очень жарко, невозможно душно, и приходится постоянно ходить в душ, постоянно вытираться. Ты выходишь из душа, и ты еще не понял, то ли ты еще не вытерся, то ли ты уже вспотел. Вот это, пожалуй, то, что больше всего расстроило, потому что все остальные моменты были очень приятными и запоминающимися. Первое занятие китайского языка было у нас хорошо, по-моему. Ну, они русские студенты, они могли за короткое время, ну, правильно говорить тоны и запомнить выражения. И с ними приятно, это честное слово. Я могу сказать, что у них получится, и хорошо получится. Но китайский язык такой сложный язык. Если они тратят силы, время, все получится.